Отшумела большая жатва, остались позади горячие дни страды. Труженики сельского хозяйства приложили максимум усилий для того, чтобы своевременно и без потерь собрать выращенный урожай. На славу потрудились многие крестьянско-фермерские хозяйства, добившиеся высоких результатов в период уборки. В минувший четверг последние гектары главной сельхозкультуры были убраны в хуторе Красном Майского сельского поселения в хозяйстве Юрия Булдова. 187 гектаров у меня. Из них 70 подсолнечника, 40 кукурузы и пшеница. Пшеница урожай около 50 центнеров из гектара. Подсолнечник растет, кукуруза растет. Быстро, качественно и своевременно завершена уборка в данном хозяйстве. Убранное зерно пшеницы сразу же складировалось в новый ангар. В предыдущие годы фермеру приходилось просить родственников, друзей о выделении помещения для складирования зерна. Сегодня эта проблема в хозяйстве решена. В прошлом году сельхозтоваропроизводитель построил огромный ангар площадью 1600 квадратных метров. В том году построили ангар, теперь есть куда ложить агрегаты, чистить, протравливать. Коллектив тружеников хозяйства Булдова сплоченный и трудолюбивый. Это комбайнер Вадим Шефер, водитель Геннадий Козлов, водитель пожарной установки Павел Белоедов и сын хозяина штурвальный Федор Булдов. Ну, комбайнер у меня работает 10 лет. 10 лет, 5 лет, как купили дом на Доне. Это были нивы, теперь технику чуть поменяли, более совершенствованы. На окрас или на какую-то у нас средств не хватает, и земли мало. А сыновья, соседние, друзья на уборке. Сосед на зелу возит, сын на комбайне штурвальным. Пожарник тоже товарищ работает. Ну, мы вместе с ним, Павлик Белоедов, у него тоже свое хозяйство, и параллельно мы с ним работаем. Вслед за уборочной страдой фермер приступит к выполнению послеуборочного комплекса полевых работ, а также к уборке пропашно-технических культур. Следом пока мы пшеницу подготовим, семена подготовим, почву для посева нового урожая и будем ждать урожая подсолнечника. А вот нынешняя непогода как-то отразилась на урожай? Ну, из-за дождей затянулась у нас уборка. Весна затяжная, все затянулось. В общем, весь необходимый комплекс полевых работ в хозяйстве Юрия Булдова стараются проводить своевременно и качественно. Ведь только таким образом можно рассчитывать на весомый урожай.